Я не хочу тебя, война, той боли черной, как грозы стена, твоих пожарищ, бед и зла. Я не хочу тебя, война. Я не хочу тебя, война. Не повторяйся никогда. Не приноси нам боль разлук, страх смерти, голод этих мук. Сгинь навсегда с земли, война. Хотим мы сильными расти, чтоб стать, как ветераны наши, чтоб были храбрыми пути, нам их морщины зла окраши. Мы чтим и помним всех бойцов, и наших прадедов, и их отцов. Мы прославляем подвиг их, хотим похоже быть на них. Я не хочу тебя, война, не приближайся к границам нашим никогда. Мы будем драться за свою страну, а убивать и грабить нас не позволим никому. Разрешите митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения города Калача, объявить открытым. Дорогие друзья, 4 дня назад в нашем городе прошли большие торжественные события. Отмечалась 75-я годовщина начала Сталинградской битвы. И вот если перенестись с тех времен на сегодняшние события, то через 4 дня, как прогремел первый залп контрнаступления нашими войсками, пущенный по немецко-фашистским войскам, через 4 дня произошло соединение фронтов под Калачом, и наш город был освобожден от немцев. Более двух месяцев наши жители, те наши предки, родители, для кого-то деды, прадеды, находились под немцами. И сегодня, как уже традиционно, мы обозначаем, что для нашего Калача 23 ноября это как раз 9 мая, когда на нашей земле реально просто прекратилась война. Она еще продолжалась, она еще шла. Наши жители проливали кровь за победу на всей земле, на нашей российской, советской земле. Это состоялось 9 мая. Дорогие друзья, наш город так сложилось, и мы в это верили, надеялись, что должно наступить то время, когда к нему будет приковано внимание не только областной власти, но и федеральной. Вот 19 ноября к нам наш город посетили депутаты Государственной Думы. Был председатель Государственной Думы. Много теплых слов было сказано о ветеранах. Почтили память погибших и умерших ветеранов. Я сегодня от имени вот районной администрации городской, от представительных органов власти хотел бы поблагодарить тоже всех наших жителей, которые приняли участие в подготовке этих торжеств. На сегодняшний день воистину вот состоялось то, о чем мы мечтали. Мы получили с вами стелу. Мы сегодня находимся у братской могилы, которая тоже имеет новый облик. Мы получили много комплексов и объектов благоустройства. На сегодняшний день
мы ко всем тоже обращаемся, и особенно к молодому поколению, о том, чтобы вот то, что сегодня есть, надо не просто сохранять, а нужно прям приумножать. Но мы с вами находимся у святого места Калача, братская могила. Теперь вот восторжествовала историческая справедливость, военкомат рассекретил тоже 700 фамилий убитых во время, или погибших во время Великой Отечественной войны наших воинов. Они сегодня нанесены на мемориальных досках. Реально здесь более захоронено теперь с фамилиями более 2000 человек. Я предлагаю всем присутствующим почтить память о погибших и защитниках Калача, и тех, кто освобождал Калач, и тех, кто умер после войны от ран. Минуты молчания.